Всем привет, друзья! У микрофона Феникс. Мы играем в Супер Командер. И тут взлетела какая-то хрень. Prime Nova, по-моему, она называется. В общем, Супер Терраформер. Интересно, а что этот Кибран собрался с этим терраформировать? It would appear that I have greatly underestimated Commander Gage's ability to get the eco-synthesizer online. I suppose if you press enough buttons, you will inevitably find the correct combination. Shiva hasn't left the upper atmosphere yet. I can still reach it from the teleporter. Wait, an ACU just teleported down from Shiva. Ugh, another Siren. I just got done fighting one of your kind. Commander Stockwell. I'll guarantee your safe return to Altair 2 if you stand down. I'm holding this position until the rest of the Guardians get here. No one's coming. Then I guess you're gonna have to go through me. This is quite an unusual situation. This Commander Stockwell has access to both her own units and those which Commander Gage presumably left behind to defend the teleport. Охереть, мы сразу, грубо говоря, со всеми начинаем воевать-то. Окей, не проблема. Так, можно будет сюда найти, а можно будет сюда идти. О, тут вода есть, это уже большой плюс. Ничего не летает то по кругу, раздражает прям. А ну стойте, туда летите. Так, сразу начнем. Am I missing something? Or are those destroyers turning into land units? Commander Gage should not have access to my experimental naval leg technology. The boats are inbound. What the fuck? Корабли, которые ходят. Че за хрень? Идите убейте их. Короче, эти крабы ходят и по воде, и по суше. А я так умею? Мои крабы так умеют? Ну-ка. Вот. Хер его знает. Destroyers are down. So when were you planning on giving me that amphibious technology? My child, I only make it available to you when I feel you're ready. New research options are available. О, кракен какой-то, субмарину какую-то мне подарил. У-у-у, все ветки открыл. Система выхода на сушу Галеон. Вот это круто! Так бы сразу. А то нет, да нет. Так, а где это конвертатор тут сраный? Зданий, ага, вот он. Не хватает тут дерьмо. Вот, теперь хватает. Все, производим энергию. Так, нужно электричество немножко. Нужно немножко электричества. Слушай, слушай, полегче. Как смешно на них сверху смотреть. Так они летают, как эти. Так, зергут от напасть могут, короче, откуда угодно, да? Еще
всю энергию производим. Who are we to be in possession of something with this much power? Задолбали. We have no ill intentions. This technology can benefit the Cybern nation and all other sentient life in the universe. Ладно. Где тут ПВО? Три штучки построим. А то достанут, блин. А где мои, блин, летуны? Сбили, что ли? А чё она тут прилетает? Там же должен быть где-то там. Пойди останови. Ой, начально эти ресурсы, какой же это всегда геморрой. Там плавают, там летают. Чё вообще оттас? Преобразовываем. Здесь еще две ПВОшки построим. Так. А, ну специально, чтобы не дать мне выйти в воду, да? Что получится, я вам говорю сразу. Вот здесь строить можно? Много энергии, много материи.
Ужас. Фишка в том, что, по-моему, Иван не умеет по воде ходить. Вот в чем фишка, по-моему. Опять эти крабы ползут сюда. Зараза, с другой стороны на меня напал. Энергию мою мочит. Нет. Это что за краб? И нафиг. What the fuck? Так, щит 5. Эти щиты покупать. Сочинение конвертации. Из трех. Нужны радары, вообще их не вижу на радаре. Э, а как им на воду спуститься? А, вот так умеет, да? You have destroyers moving into range. Да, я уже готов. Несы. Так, а турельки устанавливаются на воду? Почему нет? Вот то устанавливаются, а турельки нет. Меня это очень даже печалит. И захват. Давайте захватим, попробуем. Успели. Не успели. Буль утонул. Так, спи на месте. Работаю у меня энергия.
сверху защищаться. Надо строить щиты. Один еще сюда, сюда и вот сюда. Здесь строим боевые турели. Здесь строим ПВО турели. Блин, дай все отсюда. У меня как будто здесь авианосец. Хочу конвертировать, хочу слушай, турели жрать -то. Щиты, турели, самый дорогой вообще постройка. Командир, морской центр. Ого, морская фабрика, артиллерия, ни хрена себе. Вот это да. Действительно очень круто. Так, ну ладно, плывем. Посмотрим, что там впереди. Можно сюда. Вот дайте ко мне. Установить этого туда, этого сюда. Щиты есть, значит, на ПВО. Конвертация нужна. Так, что у нас там склады-то? Стрельба по кому-то. Я же радар вроде строил, сонар, радар. I am detecting one of my experimental krakens in the water. Be careful, my child. Commander under attack. Ай, кракен. Блин, печалька. А я знаю, как его добью. Где мои летуны? Где он? Нет, не он, а вот это он. Собрались и забобрили его. Тра-ля-ля-ля-ля. Ладно, полетели, посмотрим, что там впереди. Продолжаем движение тоже по воде. Мы тоже. Thank you.
спид-конвертацию нужно. Вообще без тормозов. Слушайте, а может я зря просто прорабатываю вот этих вот? Может мне просто построить второй морской порт? Они же ходят и по воде, и везде, короче. Мне кажется, просто лучше наземкой вообще вот здесь вот идти. Мне почему-то... Сейчас подойдем, посмотрим, это что. Take control of this device. Humanity will bend to our will. Угу. Обязательно, как говорится. Ого, я же говорю, они тут, ублюдки. Так что... Так, что у нас тут, краби? Краби-бум туда отправляется. Такие быстрые. Самолеты мне нужны. Так, а чёрт, скорострельная турель. Надо расчета уничтожить. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. На днище морское упали они. Так, вперед, крабы. Идите везде ходить. Да, вот на земке обходить вообще кошмарное количество. А тут вот кораблики вышли из воды и пошли себе, пошли. Не захотели.
Слушайте, морские-то прям мне нравятся. Они и ПВО, и эти, и те. Два в одном, мать твою. We'll make so much money with this Shiva thing, you have no idea. Ага. До линкора дорасту. До класса командира. Вот 5 надо. А что такое вообще авианосец? Ну вот до него дорасту. Или лучше палач. Ходячий палач, это вообще будет очень интересно. Так, 6. Скорость увеличения бега по суше, нифига. Да, все-таки крейсер есть крейсер. Это не линкор. То есть это вообще эсминец. Они одновременно и щит, и ПВО, и сбивают ракеты врага. Офигеть. Быстро двигаются, но мало жизни. Это я хорошо сейчас так прошел. То теперь вот этим подходим. Да, вперед. Так, а вот и линкоры. Пора строить линкор. Чё, кракен, кракен, а кракен против чего силен-то? В общем, сильная подводная лодка, да? Ну, ясно. Такой корабль, блин, краба-корабль. Так, бомби фабрику. Заход сюда. Что за класс командира? Что такое вообще? Что за корабль? Еще одну фабрику вообще в лучшем случае построить морскую. Где-нибудь вот здесь.
А линкор что, крабить не умеет по земле? Лол. А это не линкор, это в смысле, а где линкор-то? Он должен быть же. Вон они. А ну корабль в атаку. Что здесь делает? Конечно, жесть. Двигаться, конечно, медленно. Еще и дальность оружия повышается, охереть. Давайте повысим. Вообще можно не подходить линкорами, издалека просто расстреляет к чертям все. Выехали с миссии на линкоры. Давайте взорвать его. Что он сейчас делает? Он... Линкор твою мать захватывает! Казино. Это что происходит? Я думал, линкор умеет. Фабрики давайте, убейте. Но у них тоже ничего вообще не было. Что это? Авианосец. Пару линкоров. Пару эсминцев. Так, еще одну морскую фабрику. Ходит. Да, пока эти, да, на земку дойдут, эти крабы уже всю дорогу перейдут. Офигенски. Стреляют, стреляют издалека вообще. У них жизни как у мегалита, пипец, вот это да. Авианосец, прикольно. Ну что авианосец делает? Самолет летает, запускает, наверное.
Опять-таки огонь. И тут чинит. Чем вы ее чините? Еще линкоров. Commander under attack. Чего? Ух, я приплыл-то. Тоже линкоры с эсминцами. Да фигушки вам. Во. Вообще издалека просто расстреливать стоят, вообще офигенно. Так, а чё и как им это? Точка высадки. Не знаю, здесь, допустим. Ого. Вообще. Охренеть расстояние линкора отсюда добивает до сюда. Жесть, ему вообще можно стоять на другом конце карты, как и работать как артиллерия. Взорвись, ублюдок. You continue to impress me with your combat prowess, Ivan. You taught me everything I know. Not everything, my boy. You already possess knowledge and skills, which I can barely comprehend. Your potential is unlimited. Что бы это могло значить, да? It's time to face Commander Gage and take back control of Shiva. Ага. По ходу дела у нас следующая миссия будет финальной. Или это будет прямо сейчас. We only wish to study and use this device for the betterment of mankind. Enough of this discussion. А, нет. Куда-то переместились. Что ж, друзья, следующий уже был прям намек, что впереди финал. Увидимся в финале. Всем удачи, всем пока.